плавно переходим от цветов к другим цветам. Вот Аллочкино новое изделие. Она связала его в прошлом году, но все как-то недосуг было его выгулять. Вязание крючком. Номер какой крючка? Полтора. Полтора. Так, и пряжа у нас какая? Пеликан. Пеликан? Да. А не коко? Нет. Пеликан. Вот такая вот получилась интересная ажурная кофточка. Это японские по журналам японским, да? Японские ажурные узоры были. Так что вот так вот сделали такое сочетание. И прекрасно выгуливаем. В прошлом году мы мало походили, в этом году побольше. Хорошо, не жарко, не холодно. Отлично. Так что, девочки, вяжите. Вяжите, носите. Красоту такую. Пользуйтесь на здоровье. Теперь мы пошли гулять.